Всем привет, с вами Филипп, и мы продолжаем играть в Пенумбру. Часть первая. Конечно же, первая часть, мы поиграем в нее. Так, у меня еще есть, я говорил уже, 100 раз говорил. У меня есть... Это что, паук? Я не люблю пауков, Так, ну вот, я сказал, у меня есть вторая и третья часть, мы поиграем. Пёся. Ужас вред, если бы ее мумифицировали, запах сбил бы с ног. Так, понятно. Ну какая-то херня, пойдем отсюда. У кокона. Я просто видел не запах, я полагаю, это день. Так. Вот, даже. Ладно, еще раз так сделаю. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9. Нет, нет. Ну как хочешь. Ну вот. Во. Так, быстро берем вот эту вот фигнюшку, чтобы нам хорошо было. И идем искать выход отсюда. Такая строя пар способ тут же отделить мясо от костей. Видел бы дело. Так, ладно. Не хочешь сюда? Пойдем сюда. Так, лестница. Так, за хер нам лестница. Чувак, ты... Чё хочешь? Твою мать. Так, ну я чё-то как-то взял лестницу зачем-то. Какие-то коконы, зачем лестница, я так и не понял. Твою мать, твою мать! Еще раз пройти надо было, зачем я ждал? Так. Так, отсюда мы пришли, тут лестница, надо взять ее. Пошли. Не знаю, зачем она тут нужна. Постой, тут я сейчас сбегу за вещами. Так, ты включи там свет. Так, это уж читали, иди вон. Сигнальный факел. Иди туда. Беги. Воу, успел, так. Фигня. Так, где ты там? Побежали. Твою мать! Побежали! И нам собачьим все разваливается. Так, нам надо было, чтобы это разбить. Чего лестница? Плевать. Бери молоток свой. Так, убери молоток свой. Херня. Открывайся, что там батареечки? Так. Фигня, закрой. Чтобы никто сюда не зашел, вдруг эта собака сейчас прибежит. Бензин для зажигалок. А куда нам это надо вылить? Так. Так, надо куда-то ее вылить. Ну, пойдем найдем так лестницу. На всякий случай, вдруг она понадобится. Вдруг я ее зачем-то взял, а она там понадобится. Так, иди туда. Пошли. Ай, твою мать, задел все-таки. Так. Ну тут прям жизни нет таких. Эта лестница, походу, для этого вверх подниматься. Твою мать. Так, чувак, вот, ну, пожалуйста, может, не надо вылазить тут? Тут до черноты страшно, давай, не будем. Так, как тебя тут поставить, чтобы ты легла ровно и не упала? А, тут просто так мы... Так. Вот.
кажется, здесь кто-то тащил. Никогда не видел столько крови. Я этот человек мог ответить на мои вопросы, кто мог совершить такое. Твою ж мать. Ключ. Фигня. Так. Тут какой-то рисунок. Мальчик плюс ножниц, точнее ножниц плюс мальчик. Что-то такое-то, кровь там. Так, тут что-то у нас. Язык чей-то какой-то огромный. Пукан. Пукан, это может твое? Да иди ты сюда, иди. На, это твое все-таки. Я закрою дверь. Вдруг ты там чем-то занимаешься своими делами. Алло. Так, никто не хочет отвечать на вопрос. Так, это что за ключ? Ключ старый, весь царапин, но еще держится. Так, непонятно, что это за ключ. Но пойдем мы сюда. Так, главное, чтобы никого сейчас не было. Камень, иди сюда. Ты мне помог со льдом? Помоги с волком. Иди проверь. Так, сейчас мы отправимся в канцелярию были. Мастерскую куда? Так, побежали лучше. Так, мы вот тут, где мы находимся? Мы находимся вот тут, вот. А, зачем нам вот почему? Взрывчатка тут. Вот зачем. Не можешь открыть? Тварь. Алло. Это вой не звонил на дверь. Если это подобие пса вернется мне, хотелось обнаружить. Чуть не хотелось обнаружить. Так, мастерская взрывчатка. Так, у меня есть так идея. Мы находимся так. Вот тут, знаешь, пойдем туда. Так, ты нормально взять можешь? Так. Динамит. Что ж с тобой делать? Остается одно, где тут. Надо подумать как следует. Думаю, а мы пойдем в мастерскую тогда. Блять! Твою мать! Что это пес, блин? Хули? Иди сюда! Алло! Иди сюда. Смотри. Смотри, у меня есть. Ну иди сюда. Давай, иди. Чего ты мне это подвигаешь? Иди сюда. Твою мать! Ничего себе ты! Сдохни! Да как ты так живешь? Кто не поверит? Это волк всемогущий, блин. Я б так не смог долго жить. Так, ты выброси это. Ой, не выброси, а возьми. У меня идет кровь. Я здоров, насколько это возможно. Вот, кровь сам. Ой, жизнь сама вылечивается, ничего у нас тут. Так. Сейчас пивнуть надо. Пивнули. Разбили, пошли дальше. Так, пойдем в правую сторону. Так, что у нас тут? Мастерская. Тут у нас пароль. Ага.
Я сделал замет на всякий случай. Так, у нас был список дел. Вот, замечатка, кстати. Были у нас пароли или нет? Ладно, плевать, пойдем. Какого фига не разбилось? Пошли дальше. Так, ты вообще не работаешь? На, смотри на своего дружка, хоть он работает. Упс, извини, башкой ударился. Так, что у нас тут за фигня? Тут у нас палочки. Все равно пошли с фонариком. Так, это, наверное, единственный выход, и он завален. И тут записочка. Люблю я свою мастерскую. Так, дважды два на один. Ни один соперник не проникнет сюда, все четыре. Так. Так, у нас тут головоломочка, но она легкая, задом наперед. Так, 8, 8, 4, 1, 4. Походу так. 8, 4, 1, 4, 8, 4, 4, 1, 4, 8, 4, 4, 1, 4, 8, 4, 4. Нет. А, значит, 2 надо было. Ну, 4. Ну ладно, будет по-вашему. Так, тут еще одна дверь есть. Сразу ее проверим, она маленькая. По виду. Твою мать, нет, не пойду. Иди вон. Кто там не был. Сюда не пойду пока. Закрой дверцу. Не вздумай ее открывать. Отлично, на шаг ближе к подрывной взрывчатке без потерь собственной головы. Я даже не увидел, что я взял. Опять фигнюшка. И чё, сохранение в виде сохранения? Они определён как связано с происхождением. Если я продолжу эксперимент, то могу узнать нечто новое. Здесь, походу, в виде сохранки, что ли? Так, у нас тут в этой груди камня чего-то отобразил свет. Может, лед или это мое воображение? Так, ты выкини это все. Там что-то есть. Так, это не выкинуть, это тоже. О, фигнюшка. Оба нафиг. Кирка, так. Кирка понадобится. Стой, дай кирку. Она разобьет камень. О, не разобьет. Не хочет разбивать, ну ладно. У нас один путь. Иди нафиг. Так. Давайте киркой. Так, тут у нас путь есть. Теперь у нас... Так, ты это... Чё ж ты не хочешь ложить? Сразу ксив в карман. Так, бочки, зачем? Так, я что-то сделал, она потушилась. Окончательно потушилась. Ладно, я знаю, что это... А, нет, тут еще есть. Твою мать. Но я все-таки понял, что надо делать, если мне так кажется. Ладно, сейчас киркой разбить. Никого тут нет? А
тут что-то очень страшно. Так, не, сюда. Да мне так кажется, но может и нет. Вот, вот сюда. Так, давайте попробуем. Да не, мне все-таки нет. Не так все-таки. Придется искать другой путь. Там электрошок нас убьет сразу же. Па-па-па-па-па-па-па. Так, найдем, найдем. Ты положи ее. Так. Пойдем сюда. Просто. Вот тут вот путь. Электрическое заграждение. И ну, мне лучше найти способ туда пробраться. Так, ну у меня идея есть. Взять что-нибудь. Да положить, чтобы ты перепрыгнул. У вас тоже такая идея? А твою мать, поближе. Какого хрена? Оу, да, это получилось. Все, я ее выключил, она не работает. Не будет работать. Так, опять свет подтушись. А можно ее с помощью свечки зажечь? Не получится. А, да, там масло нужно так. Не открывается. Вот черт, как же мне пробраться. И дверь-то совсем старая и плохенькая. Взрывчатка. Так, не получится ли? Нет. Давай, веревочка попробуй. Не получится. Чё ж ты надо сделать? Замочек. Так. Вот так тебе. Ку-ку? Никого? Так, чё у нас тут? Да блин, положи ты. Такой, это бомба что ли? Фигня была. Так, динамит. Мы взяли динамит и все. И ради этого надо было сюда идти, ради динамита. Ну пойдем сходим. Так, динамит, динамит, он был там. Сейчас бы все, я точно понял, что делать. Еще как понял. Помните, нам говорили про выход? Не зря, что динамит. Пошли отсюда. Пошли к выходу. Плевать, не взорвешься. Не хиленький же. Оп, я держу. Оп, не поймал. Оп, я держу. Может, использовал горных работ. Так. Твою мать. Зря я ее бросил. Надо подумать как следует. Подумать как следует. Взрывайся. Так, я вообще ничего не понял, что тут такого. Ладно, взорвись со мной. Давай, давай, присяду. Плевать, взрывайся. Я сдохну, мне плевать. Твою же мать, это не подходит. Так, не подходит. Ты, блин, отойди. Тут нифига. Так. Так, как у нас тут оружие вытаскивать, чтобы не тратить так много времени на это? Так, я подорвал какой-то динамит, который вообще не нужен. Прям вообще не нужен. Ну, может подорвать собаку, это вот это. Ну, тут больше нет динамита.
Так, и как нам делать? Чё, прикол? Ладно, давайте, всем пока, с вами был Филипп. Мы как раз... Я пока подумаю, как тут и все как. И сделаю, и продолжу серию третью. Давайте, пока, подписывайтесь, ставьте лайки.